Так, ребята, приветик. Сейчас мы едем к нашим друзьям в этот район. Максим, Женя. Мы буквально на пару минут к ним заедем, завезем инструмент. И вот решили заснять ихний район. Этому району лет 25 надо, да, Марин? Ну, я точно не знаю, но больше 20 точно. Больше 20, это тоже, да. Это считается очень престижной, потому что в этом районе хорошие школы. И из-за этого цена домов растет. Это важный критерий. Продолжай. Ну что? Просто здесь получится три, говорят, что три школы. Обычно там бывает или elementary school, там, или там middle school, а здесь три школы, и все три школы очень высокого уровня. Поэтому дома в этом районе, ну, как бы считаются такие дорогие. Так, стоп and go. Слушай, сегодняшний ветер лишь посносил почти. Да, у нас сегодня ветер такой сильный, ужас. Ужас. Я так налево перемещусь вот сюда. Против солнца буду снимать. Надеюсь, будет видно. Тут в такие дома, в каком районе? Где-то 500-600, да? 400-450. Я думаю, 300-600, в зависимости от дома. Больше 300. 350. Ребята купили за 400 свой дом. Эти улочки, заборов нигде нету, ни впереди, ни сзади. Даже если есть заборчики, они такие легкие. Ну, чем хороши эти дома, что в основном они все кирпичные, но сайдинга мало, то есть если вот, ну вот, может быть, это. Но главная ценность, это, конечно, школа. У нас другие знакомые тоже купили район в этом, дом в этом районе, чтобы для школы, да? Так, вот их домик. А, у них, кстати, у них вот этот дом, а? Где-то за 400, за 400 они купили, может, 415. У них громадный бэк-ярд. И лошади, по сути. И там сзади ферма, он вдалеке, там лошади, вообще класс. Я так сниму. Ну, прям соседский дом стоит рядышком. Здесь Макс выложил ландскейпинг. Так, спускаемся к ним в гараж. У них гараж сзади дома. Это их бэк-ярд. Так, Макс уже гараж открыт. Вот их машинки. Все, сейчас идем к ним в гости. На дистанцию. Сейчас с Мариной решили зайти в магазин. Называется Whole Foods Market. Магазин органик, здоровой пищи. Сейчас это новая плаза здесь. Посмотрим, проедемся. Она вообще пустая, все закрыто. Так, идем. Заходим. Да, салфеточки есть, отлично. Протираемся. Так, что у нас здесь? Идем смотреть цветочки. Ну, в принципе, как бы для начала все достаточно много. Да, хозяйка? Да, что? Пошли. Будем что-то смотреть. Все крупы разобрали, ничего нету. Пустые крупы. Тоже все крупы разобраты, пустые полочки. Марина, еще тележка вся пустая. Что-то вкусненького хочешь? Да, очень хочу. Морского. Да, ассортимент убавился. Уже мало рыбы стало. Мясо еще все хватает. Бейкинг, котлетки, мясо. Мясо есть. Ну, в принципе, все полно всего. Пивасик, курочка, курица, утка, все есть.
всего много. Такие самые необходимые продукты поразбирали, конечно. Вот. Яйца, молочка здесь стоит, все кефиры, йогурты. Все есть. Молоко любое, какое хочешь. Сыров много, хлеба много. Правда, вон там дальше бар есть, где продают еду на вынос. Все позакрыто, уже не делают это. Вот эти бары, тут все что угодно можно брать. На вынос уносить, все закрыто. Здесь обычно столпотворение людей. Так, а чем мы сюда приехали? Мы приехали сюда за алоэ. Здесь вот сейчас Марина какую-то ищет алоэ. Мы хотим сделать специальную жидкость. Алоэ, масло, мед. Все это приготовить. И говорят, очень полезно для легких. Поднимает иммунитет, здоровье. Так что, ребят, рекомендую. Марина может вам подсказать. Кто-то он уже собрался на озеро. Вернее, на озера. На речки горные. Погодка сегодня шикарная. Тепло, но ветрено. Сейчас мы пройдемся по этому райончику, посмотрим, что происходит. Так, маленький обзор, едем по нашей плазе. Ресторан «Александр» вот здесь. Пустой. Туго они дают. Только туго, да? Ну, телефоны они... Да, туго. Все рестораны работают с едой на вывес, на вынос. Здесь какая-то констракшн идет, что-то у нас непонятно. Сейчас пройдемся, посмотрим. Я не знаю, что они тут ремонт магазина делают. Видимо, кто-то уже обанкротился. Обычно эта улица вся забита машинами, людьми в выходные. Сегодня все пусто. Секьюрити ходит, проверяет все. Все магазинчики, ребят, закрыты. Здесь громадный ресторан торговый, то есть этот фуд-корт. Наш World of Beer. Мир пива со всего мира здесь. Тоже все тихо, закрыто. Впереди security стоит, на всякий случай. В общем, плаза вымерла. Вымерла, никого нету. Вон. Фонтан уже не работает. Ну, кто-то есть на улице. Свинюшка одинокая гуляет. Новый отель построили. Только открылся, и все. И коллапс. Никого нету. Так, стоп. Пустота. Ребята, мусор убирают местные. Отдыхают. Здесь наш любимый ресторан Texas de Brazil. Вот тот закрыт. Там мясо очень вкусненькое. Платишь $45 и ешь мясо сколько хочешь, любого. Да, Марин? Пусто, пусто. Ханивуд тоже. Да, Ханивуд. Вот ресторан вкусненький. Никого нету. Все закрыто, ребят. Только я работает и Марина. Наши лавочки не закрываются, да. Так, ладно, едем дальше, ребят. Все. Сейчас выезжаем на дорогу, я выключаю камеру. Так, нам налево, да?
Все, мы сейчас идем в магазин. Хозяйка одела перчатки. На дело идем. Будем. Будем брать, не оставляя следы. Так, это мои перчатки. Ну все. Так, я санруф оставляю открытым, пусть будет открыто все. Ню. Идем в магазин Коска, сейчас посмотрим, что у нас там на прилавках творится. Вот здесь пишут, что мы сейчас, что у нас нету санитайзеров, нету хлорки, нету бумаги, нету чикен, алкоголя, перчаток. Все, что у них нету. Это вот телевизоры. Телевизоры есть. И всякое другое. Ладно, идем дальше. Все моют, протирают. Полы протирают тоже на сухую. Никогда такого здесь не было. Надо рыбки взять. Рыбы много достаточно. Большой, большой выбор такой, да. Ажиотаж спал. А то здесь рыбы не было вообще буквально неделю назад. Крабики, улиточки. Глянь, рыбы много. Так, посмотрим мясо. Мясо тоже есть. Гляньте, ребята, все. Вау, прямо завалено все. Курочка готовится. Вкусняшка, $5. $5 готовая курица. Салатов много всяких на готовых. Всего-всего. Так, где хозяйка Марина? Пойдем ее искать. Вот она. Здесь чувак гоняет на тачке. Бери, да, сырка возьми обязательно. Сыра много. Возьми пару. У нас ртов много дома. Так, туалетная бумага появилась. Все есть, люди везут. Так. Да, салфет возьмем, берем бумажку обязательно. Марина в панике по пачке в день фигачит. Вот. Ой, бумаги много. Неделю назад здесь вообще ажиотаж был. Все пусто. Все вот эти стеллажи были просто пустые. Люди, видимо, нахватались и теперь как бы производство все привозят и все у нас есть. Но это уже радует. Это пивасик. Громадное количество. В больших банках, вернее упаковках там по 20, по 30, 36 банок. Вот здесь замороженная еда. Тоже всего очень много-много. О, молоко появилось. Алмонд, орешковое молоко. Ребят, мы только пьем алмонд молоко и сою. Мы уже обыкновенное молоко вообще не пьем. Молока нам не надо, да? Вот. Orange juice. Возьмем? Да, возьми маслица. Здесь пошли всякие йогурты, мороженое. Так, Маришка за маслом полезла. Бери больше, бери больше. Яички всякие есть. Так, идем дальше. Ребят, холодильники забиты всем. Вообще все есть. Ажиотажа никакого нету. Все забито. Все стоит. Так что промышленность работает четко. Еду подвозят. Голода не будет. Самое главное оставаться дома. Вот. Все, ребят, скупились немножко. Так, может еще пару машин купить. Для полного счастья. И все. Все, идем на выход. Так, отдельно от продуктовой, здесь у них виноводочные. Громадное количество алкоголя. А пошли с тележкой. Так, все, что мне надо, сейчас я скажу. Бурбоны тут у нас стоят. Виски. Вина.
Все есть, ребят, кризиса не видно. Так, я беру вот это. Вот эту водочку мы берем, литр 75, она стоит двадцатку. В общем, хорошая штучка. Так, все, скупились. Помощь едет домой. Здесь ребята вообще тарятся. Давай, хозяйка, грузись. Да, у меня перчаток нет, я более подвержен. Так, что мы сегодня купили? Рыбку. А, так всего. По ерунду какую-то, мороженое, пиццу, авокадо, апельсины, лимоны, удочка, хлеб, туалетная бумага, чипсы. Это, ребят, это водку мы купили, это не подумайте, не пить, это просто протирать дверные ручки, столы и все-все-все другое. Литр 75 каждая бутылка, так что, ну, может быть, если разрешит Марина, внутри протрусит эти. Прежде чем сесть в машину, сними перчатки, оставь их в тележке. В тележке оставь и не пущу в машину. Вот так, правильно. Вот теперь открываем ее, садись. Он как раз сейчас парень заберет. Заберет, сейчас, секунду. Так, надо сейчас заправиться, на заправочку подъедем, посмотрим, почем бензин у нас сейчас. Парень на кабриолете гоняет. Так, бензин $1.49 и $1.89. Так, ребят, бензин, вот, цена за галлон. Ветреная сегодня, а? Жесть. Ребят, как и обещали, сейчас хотим заехать в один из хороших таких районов, богатеньких. Показать обзор домов. Но это пока эти не видно за бугром. Сейчас мы дальше едем. А подкрой окно. Можно свежий воздух пустить. Сегодня ветрено у нас. Так, едем сюда. Здесь такая кольцевая дорога у нас. И хотим. Это совсем свежий район. Да, это свежий район, он строится. Ну, как, вообще, район. Так, давайте начнем вот с самого того красивого дома. Здесь даже еще дорогу не сделали. Бум-бум. Так, идет строительство. Вот это 2 миллиона, 2400 мы смотрели до этого. Вот этот дом стоит 1,5 миллиона. Начинаем с него. Следующий тоже где-то вот этот около миллиончика стоит. Не, миллион с чем-то. Миллион, да, так, 1,5 тоже миллиона. Дом 2200 или 2300 стоит, я не знаю, я сколько, 6000, не знаю, сколько здесь такой громадный. Поворачиваем на следующую улицу.
камеру. Я как бы комментировать не буду, просто надо смотреть. Карте где-то 600, 700, 800. То есть в этом районе от 400 тысяч долларов до миллиона, до полтора, до двух. В зависимости от сколько этажность, какой участок, там бассейн и все-все-все другие. Причем да, вот домик строится. В принципе, по карте я могу посмотреть и сказать цену каждого дома. Вот здесь большие участки, это все будущего. Поворачиваем направо. Что? Фурсейл. Фурсейл? А, земля фурсейл, да. Да, дальше тоже дорога пошла, там ферма на продажу, начали уже строить дома. Да, New Lots. New Lots, ага. Тысяча триста, наверное, да? Да. Ну, 300 навряд ли, здесь, мне кажется, 400 самая такая стартовая цена. Сейчас еще по одной улочке проедемся. Здесь можно, в принципе, по этому району долго ездить. Пленка может закончиться. Надо. Фурсейл, да, на продажу. А? Дети на велосипеде. Детвора бегает. Жетон на продажу стоит. Угу. В общем, здесь справа-слева района. Летом, конечно, тут поинтереснее будет, когда все будет в зелени. Пока это выглядит как-то вот так. Задние дворы у них.
Ну все, едем домой. Что прикольно, здесь как раз вот сейчас выезжаем на дорогу, и впереди парк есть, и там прямо озеро. Это очень такое хорошее расположение. Вон там вдалеке озеро и парк. И, в принципе, здесь сразу наш домик рядышком. 5 минут езды, наш дом. Первый раз в этом году траву косим. Надо ее немножко выровнять, и она потом будет хорошо расти, так равномерно. Все, приехали домой, разгрузились, все в норку несем. Кстати, вот на улице там вон куча людей стоит, какое-то собрание идет. Улица. Или просто мама общается. Скорее всего, мамы стоят, детишек. И все стоят на дистанции. Там метра три, метра два. Три, наверное, друг от друга общаются. Классная погодка, ребят, вообще.